Внимание, автолюбители! На автодороге Выборг-Светогорск в районе пункта пропуска проводятся дорожные работы. Аварийные участки региональной дороги Выборг-Светогорск начали приводить в нормативное состояние. Ранее комиссия комитета по дорожному хозяйству провела обследование трассы и приняла решение о срочном ремонте. Ненормативное состояние дороги Выборг-Светогорск вызвано постоянным передвижением большого количества грузовых транспортных средств. Годовая интенсивность превышает допустимую в 3,5 раза. Неблагоприятные природно-климатические условия усугубили состояние трассы. В настоящее время начаты работы по восстановлению и укреплению разрушенных обочин, полной замене дорожного покрытия с 41 по 48 километр, выборочному ремонту более 53 тысяч квадратных метров в самых аварийных местах с 14 по 48 километр, замене водосточной трубы, пояснил председатель комитета по дорожному хозяйству Алексей Львов. Ремонтные работы проводятся до конца августа. Просим учитывать сроки маршрутных работ при планировании маршрутов движения и пересечения международного пункта пропуска в Светогорске.